Привет, YouTube, привет. Ну, для начала вот дверку подразобрал. Такая она у нас получилась от удара. Вот кое-где вот здесь вот заломчики такие, там нарушена немножко краска, поцарапан лак, да и вообще машинка как бы видала виды. Надо чуть-чуть полирнуть ее слегка. Это среднеабразивная пасточка. Так, слегка привести, как говорится, в порядок, чтобы покрытие было более качественным и лучше было видно при работе. Теперь начинаем дефектовать. Значит, один из дефектов, вот он, отпечаталось ребро у нас. Здесь такой заломчик получился. Вот он, и отпечаталось ребро. Это раз. Второе. Вот здесь вот был ударчик. Здесь то же самое. Здесь у нас вот таким образом идет усилитель. Вот она там труба видна. И здесь она тоже видна. Вот она. Вот она. Вот таким образом у нас идет. И об эту трубу у нас, так сказать, и появились повреждения. Здесь у нас то же самое. Вот так. Ну и вот он, заломчик. Он тут еще и прыгает. Вот, собственно, и три таких основных места. Вот раз, два, три. Ну и здесь надо поправить, поскольку здесь об трубу нанесены повреждения. Приступаем. Вот так у нас выглядит поверхность в лампочке. Немножко снежит, но это особенности объектива телефона. Ну, все видно. Вот рубец, с которым надо позаниматься. Потихоньку, помаленьку пробивается. Осталось где-то треть. Видно вершина. Потихонечку забивается. Теперь вот надо заняться вот этими полосками. За один раз, конечно, это все не уходит. Вот такая вот остается дорожка неровная. Но это за один проход только. Вот что было, вот что стало. Потом это все надо будет дочищать. Вот так, рихтовка окончена. Еще раз повторюсь, это рихтовка под покраску. Вот такие вот казусы остались. Вот. Ну и вся машина как бы оставляет желать лучшего. Поэтому я особо тут не заморачивался.
примерно поставил плоскости. В общем и целом картина понятна. Вот, ну, машинка подуставшая. Понятно, что неровности тут есть, но тут даже если начать присматриваться здесь, она вон, и тут вся тоже подуставшая. Вот. Задача такая не стояла. Вот. Стоял вопрос просто-напросто брать эти огромные заломы. Вот. И как бы на этом финиш. Потому что, ну, машинка такая, скажем, пожившая и подуставшая вся. А под покраску это вполне. Вряд ли тут даже где-то больше миллиметра шпаклевки ляжет. Вот такая вот работа получилась. Ну, самое главное, чтобы заказчик был доволен. Вот так выглядит с накладкой. По накладке видно, что ей чуть досталось. Ну, еще раз повторю, что в идеал тут никто не собирался ничего делать. Вот, накладка еще тоже кривоватая. Сейчас я ее чуть погрею. И будет она кататься. Там следом вторая дверь. Я не знаю, будет, не будет делать. Ну, вот так получилось. Вот этот кантик еще надо немножко подвынуть. Вот так вот повернул чуть-чуть. Сейчас вот это взять просто фломастером черным подзакрасить и огонь. В принципе, хозяин посмотрел, говорит, тут и красить нефиг. Ну, я сказал, что идеала тут не получится. Так что, ну, в принципе, все более-менее ровно. Здесь пришлось приклеить, потому что нарушена была здесь заклепка такая пластиковая. Вот, приклеил космофином. Ну, вот такая вот работа получилась. В принципе, более-менее все ровно. Обыкновенный фломастер. Он чудеса творит. Пришлось вот это закрасить. Ну, так оно вот как бы видно. А так уже в глаза это не бросается сильно. Мелочи, но тем не менее, чтобы не красить уже. Там вот видно, краска кусками выдрана была от удара. Ну, сюда, естественно, сейчас вот такие клипсочки поставим. Вот одна клипса уже стоит, и еще сюда одну надо поставить побольше. Ну, вот эту дверь еще надо будет делать, а это уже вот сделанная дверка. Вот он, хозяин, стоит в глубокой задумчивости. Вторая дверка вот на очереди, чуть она тут замялась. Ну, вот так вот получилось.